Всем добрый день, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть у себя на канале. Сегодня у нас будет мотивационный видеоблог о том, как я убираю кухню. Уже подходит к завершению заготовки на зиму. Соответственно, кухня за это время убиралась, но генеральную я не так часто делала, потому что не было времени. И сегодня вот пришло время генеральной уборки. Начинаю я со шкафов. Все убрала в шкафу, достала все специи, вытерла коробочку, в которой лежат специи. Все, что подходит к сроку годности, я это выкинула. А все, что еще хорошее, снова положила в ящик со специями. И снова ставим все в шкаф. Также протираю весы. Они в этом году мне очень часто служили. Тоже, чтобы все было чисто, все это протираю. Протираю фасады. Фасады у меня белые. Всегда на них все видно, поэтому очень часто их приходится протирать. Перехожу в следующий шкаф. Здесь у меня крышки для закруток, мои ежедневники, блокноты, где записаны мои рецепты. Все это хорошо нужно посоставлять, все, что не нужно, выкинуть. И крышки нужно, остается немного, их переложила в другое место. Стекла протираю стеклоочистителем, так как у меня в кухне встроенные стеклянные дверцы есть, поэтому их тоже нужно хорошо протирать. Перехожу к крупам, к полочке с крупом. Также вытерла полочку хорошо. И протираю фасады. В шкафу с посудой, которой я часто пользуюсь, и не так пыльно, немного протерла пыль. Перекладываю теперь печеньки, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, ложу все это в баночку и приступаю мыть газ. Снимаю крышку от газа и хочу выдвинуть и помыть боковинки и у столов, и у самого газа. Потому что где-то что-то капает, и все равно есть немного нагара. Газ я мою обычным сифом. Мне он очень нравится, и всегда все отмывается хорошо. Также за газом я уже вытерла пол и задвигаю его обратно. Помыла крышку от газа, снова устанавливаю и протираю поверхности. Также нужно протереть фасады нижних шкафов и фартук. Осталось помыть хорошо мойку, и кухню убирать я закончила.
Все, мои дорогие, я закончила с уборкой кухни. Сейчас здесь прям так светло, свежо, ничего лишнего. Все поубирала. В шкафах навела тотальный порядок. Единственное, что мне нужно как-то попасть в Фикспрайс либо в Икею и купить баночки для сыпучих, то есть для сахарной пудры, для какао и для крахмала, ну такие вот. Либо нужно купить вот такие вот, в которые я специи ложу, и либо есть чуть-чуть побольше. Надо будет смотреть, какие есть. Все. Все отмыло. Везде в шкафах теперь у меня порядок. Все лежит на своих местах. Ничего нигде. Прям вообще красота. Здесь у меня для чая, сладости. Также мята стоит. Все поотмывала. Также убрала со стола скатерть. Пока ничего не буду застилать. Надо также попасть на рынок и купить либо скатерть, либо клеенку. Вообще я не люблю, чтобы на столе у меня что-то было. Мне не нравится. Но единственное, что когда что-то либо падает, то остаются вот отметины на столе. Поэтому приходится его застилать. А так бы я бы этого ничего не застилала. Ну вот такая вот теперь у меня красота. И сегодня тут двигала газ. За газом все помыла. Боковинки газа повымывала. Потому что все где-то что-то попадает. Видите, ничего нету. В доме летает такая вот мошка от помидор. Я вынесла их на улицу. Сейчас уже стало меньше. А то прям вообще ужас какой-то был от этой мошкары. И также я сегодня убрала за ларью. За морозильной камерой тоже ее отодвигала. И все там снизу помыла. Все вычистила. Вот такая вот теперь у меня в кухне красота. Стоят мои банки. Сейчас я перейду в гостиную. В гостиной нужно будет тоже сейчас сделать генеральную, ребенка вещи поубирать. Наконец-то решилась убрать эти шарики, потому что какие-то уже сдулись обычные, какие-то еще висят. Но единственное, что они как пылесборники. Я их замучилась вытирать. Конечно, это красиво, но собирается пыль. Поэтому сегодня хочу это все снять, все это помыть, до вандеки вытрусить это все, чтобы было также свежо. Плюс вчера мы убрали наконец-то весь хлам с лестницы. Все. Мы закончили наверху всю грязную работу. Вчера я все это повыносил, супруг, весь этот материал. И я помыла лестницу. Что-то фокусируется. Темно, что ли? Вот, все повымывала. Теперь чуть попозже, когда все сделаем, нужно будет здесь обои менять, потому что штукатурили, где-то задевали, все это отходило. Теперь здесь прям страшненько аж. Хочется все это снять и поубирать. Поэтому лестницу сейчас я немного тоже протру, потому что туда-сюда ходим, все равно где-то на нее садится пыль. Ну и, соответственно, конечно, буду сейчас наводить порядок в гостиной. Приступая к уборке гостиной комнаты, выношу девандеки с подушками на улицу. Хоть у нас на улице и прохладно, немного ветер их потрепает. Убираю все шары. Те, что обычные, простые, я их лопаю и попозже отнесу в кочегарку. Мы сегодня протапливаем печку немного. Что хорошо, частный дом, ты в любой момент, если холодно, можешь протопить печку, и дома будет всегда тепло. А фольгированный хочу попробовать сдуть. Попробовала сейчас один, но что-то у меня это не очень хорошо получается, поэтому попозже немножечко попробую еще. Если нет, то тоже их хлопну и выкину. Отодвигаю кресло, нужно протереть подоконник от пыли. Также уже протерла под креслом пол, заставляя его обратно, и влажной тряпочкой прохожусь по дивану и креслу, чтобы убрать какой-то лишний мусор, пыль. Также нужно хорошо протереть камин. Все, что на нем стоит, и все, что лишнее, нужно будет также убрать с камина.
занесла дивандыки. Они такие прохладные, и так пахнет все это свежестью. И устанавливаю подушки. Также сейчас протеру лестницу, так как мы очень часто поднимаемся наверх, то что-то нужно туда поднять, либо что-то спустить, и остаются пыльные следы, поэтому лестницу теперь протираю каждый день. Также под лестницей сделали очень удобный шкаф, и теперь у меня там хранится и моя посуда пока, и ребенка игрушки, все это спрятано от глаз. Хорошо складываю его вещи, протираю пол и заношу палас. Комната готова. Все, закончила я на сегодня с уборкой. Наконец-то я распрощалась с шарами. Обычные я лопнула, и сегодня мы протапливали немного печку, и я их спалила. А фольгированные хотела задуть, но почему-то у меня не получается. Если еще раз попробую, не получится, то тоже их лопну и выкину. Все, повытирала пыль в камине. Камин очень сильно внутри собирает пыль, поэтому приходится эти дровишки вынимать, постоянно там все вычищать и вымывать. Также вытерла антенну, телевизор, протерла все подоконники, вынесла дивандеки, все вытрусила. И теперь вот такая вот у меня чистота. Прям так в комнате свежо, пахнет моющими средствами. У меня теперь, кстати, я уже говорила, добавилась еще лестница. Ее теперь тоже постоянно нужно протирать, вытирать. Вот, все. На сегодня я закончила с уборкой. Еще надо будет с люстры снять вот эти вот у меня декорации. Я на Новый год садила, и потом их не снимаю, они у меня висят до следующего года. Нужно будет их снять и что-то думать в этом году новенькое. Все вот так вот чистенько. Сейчас поставила уже готовиться гарнир. У меня есть подлив. На ужин будет гречка с подливом. Еще со вчерашнего дня остались баклажаны. Я делала тёщин язык и салатика немного. Поэтому сейчас пойду за ребенком и уже будем ужинать. Ребята, мы уже поужинали. Сейчас пойду немного отдыхать. Там идет сериал какой-то, начался по телевизору. Я на этом с вами буду прощаться. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока-пока!